Москва. Фундаментальная библиотека МГУ. В этих стенах состоялась церемония выпуска магистров Высшей школы государственного администрирования. Эта идея родилась, конечно, в соответствии с вызовом времени. 2005 год. Нам требовалось перестраивать администрирование в нашей стране. Нужны были высококвалифицированные кадры. И идея эта пришла сама по себе, что вот такой факультет должен быть. Участие в церемонии принял председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, возглавляющий попечительский совет факультета. Вместе с ректором МГУ он ежегодно лично поздравляет выпускников. Ваш курс назван в честь выдающегося полководца, фельдмаршала Кутузова. Всей своей жизнью он доказал и своим современникам, и нам с вами, что беззаветным служением Отечеству можно добиться невозможного и, даже проиграв битву, выиграть в войне. Высшая школа государственного администрирования была создана в 2005 году в соответствии с решением учебного совета МГУ. Основная задача ВШГА – индивидуальная подготовка высококвалифицированных кадров для государственной службы в соответствии с международно признанными образовательными стандартами. Вы выбрали для себя путь служения на благо Отечеству, на благо обществу. Впереди у вас, у каждого из вас свой уникальный путь. Не всегда он будет простым, главное никогда не сдаваться, не уступать. Помните, что за вашими знаниями и решениями, которые вам придется принимать, не только ваша личная профессиональная карьера или личная жизнь, но и судьбы многих людей. Высшая школа государственного администрирования зарекомендовала себя как очень эффективный центр подготовки кадров в области государственного, муниципального, корпоративного управления. Вот уже 15 лет ее выпускники вносят существенный вклад в развитие нашей страны. В день нашего выпуска мы хотим поблагодарить вас за все то, что вы сделали для нас, за то, что вы учили нас всему. Вы помогали нам стать настоящими специалистами, пытались раскрыть секреты нашей профессии. И мы получили не только высшее образование, мы получили драгоценные знания. А как известно, знание – это сила. К преподаванию ВШГА МГУ привлекаются руководители подразделений аппарата правительства, ведущие специалисты практики министерств и ведомств, академики и профессора Российской академии наук, руководители органов власти различных уровней и бизнеса. За годы функционирования высшей школы государственного администрирования ее дипломы получили свыше 1000 выпускников. Служба информации фонда «История Отечества».